Да, Виктор Зубченко, прошу прощения. Да, незнакомая фамилия. Ну и что, и удар положил. Работал в Таганроге, у них был давний. Так, а вот здесь вот неплохо. Лого, а удар! А вот Томас Джанни, тренер. В любом случае, Щенников от Петрова отличие, я думаю. Удар поворота! Невозможно же его удержать. Ох, какой выход прекрасный. А, наверное, не стоило. Или все-таки стоило? Не забивается в первом дивизионе. Не знаю, кто ставит свои задачи. Придя в Кайзерслаутерн. Так, у нас пенальти, господи, я ничего уже не понимаю. Так, и 1-0, нет, штанга! Да, и вот смотрим, Корнута. Видите, не впервые на моей памяти матч, который... А вот здесь ошибка может быть, и она может быть фатальной сейчас. Нет, здесь у нас категорически не точно. Вот только сейчас, в 75-й годовщине победы Великой Отечественной войны, ребята. Так, вот здесь вот может быть неприятно и опасно. Пас к линии штрафной. И снова Дончик. Браво! 3-0 сегодня была ничья. 0-0. Вот самыми первыми вышли стадиона Кубанского государственного университета. А вот сейчас прекрасные моменты. 1-0. Это не капитан ли? Защитником друг друга. А с Адамом Дармалом. И что, 2-0 у нас? Да? Думали, Павла Катяшева. Ну-ка. Что-то как-то очень много стало позволять. И вот вам, пожалуйста. Вот это меня всегда, конечно, так шокировало. Вот смотрите. Вот, где подстраховка? Вот, пас вдоль ворот. И где тут кто-либо? Ну и, конечно, расстрел. В любом случае. Ну что ж, а интересно у нас получается репортаж. Так, кто у нас здесь будет первым? Трифонов пока уступает. И все-таки проходит. Очень легко. Нет, это как раз у нас... А вот кто у нас под 16-м номером, если Трубицын под 18-м? А, это Трифонов как раз. Красный, там все было прекрасно, кроме того, что Сергей Шларян понял, как будет развиваться атака. А вот здесь пяточкой сыграно в стенку. И 3-2. Адам Дармала. 63-я минута. Ну что, между ног. Есть это самое главное, по крайней мере, по первому тайму. Видно, если все получится. И, допустим, ну да ладно. Как раз вот ему расстраиваться-то не стоит. Мяч останется в поле. Мяч. А вот здесь крайне не точно. И выход 1-1. Ну что, догонит? Нет, все-таки 4-2. Подойти на нашей картинке. Да, и вот здесь едва-едва не догнал. Кто это? Щенников бежит. Да, Щенников... своих подстраховывает и в принципе все же правильно сделал, но почему не бежит дальше 14 номер, не бежит в ворота, борется за место в пятерке. Шларян внимательно все-таки упустил мяч. Сергей Шларян, и вот здесь опять же это ошибка Сергея Шларяна перед своими зрителями. Так что вот сегодня так же, как первые полтора тайма, вот смотрим. Хотя почему прошла эта передача, и мяч так долго летел по всей штрафной. Но в любом случае это было достаточно эффектно. 5-3 в футбольной лиге. Будем встречаться чаще. Мы соскучились, я надеюсь, что вы тоже. И что у нас?